Привет, друзья! Привет, мальчишки, девчонки, бабушки и их внучки. Здесь группа Порт 812. Да, вы не ослышались, действительно, Порт 812. У нас был двухгодичный творческий перерыв, в течение которого у нас появилось множество идей по написанию новой музыки, новых текстов. И, соответственно, мы решили все это дело записать. После новогодних традиционных концертов, которые у нас произошли в Петербурге и в Москве, к нам подходило много поклонников, много друзей, и говорили, что пора бы уже возвращаться на сцену с полноценными концертами, с полноценным альбомом. И мы не можем не послушаться вас. Мы возвращаемся, да. Возвращаемся, потому что это действительно интересно и нам, и вам, а без вашей поддержки, в принципе, никому это все и не нужно. Мы записываем новый альбом. На данном этапе мы уже записали где-то треть альбома, но на следующем нам нужна ваша помощь. Что будет представлять из себя альбом? Это 12 или 13 песен абсолютно новых и видеоклип. В видеоклипе будут сниматься все главные панк-рокеры нашей страны, которые будут представлены в необычном амплуа. Для них, естественно. Поэтому это будет настоящее кино, которое будет как настоящий детектив или, я не знаю, что, саспенс какой-то. То есть, ну, такое вот настоящее рокерское кино. На все это дело, естественно, нужны деньги в нынешнее время. И мы просим вашей поддержки, друзья, потому что без вас, естественно, как я уже и говорил, ничего не получится. Да, за каждый вложенный вами рубль вы получите сполна вознаграждение. Здесь вот в столбик прямо расположены все списки вознаграждений, которые вы можете выбрать, которые вы считаете нужным. Если вы думаете, что деньги ваши пропадут, если в каком-то космическом, фантастическом случае мы не соберем эти нужную сумму, то не волнуйтесь, все ваши деньги вернутся обратно. Но надеюсь, что этого не произойдет, потому что мы знаем, что у нас большая армия поклонников, и вы в нас верите. И самое главное, мы верим в вас. Ну, спасибо, ребята, спасибо большое. Мы верим в вас. Ребят, вы платить-то будете? Платить-то, да. Можно мы завтра заплатим? Так, я сейчас охрану позову.